Ребята, здравствуйте. Значит, вот случайно проездом был, за дровишками ехал и увидел, что соседи, значит, пекут хлеб, лаваш в тандыре. По-грузински называется тоне, тоне, короче. Естественно, ребята, месяца... Да. Вот, ребята. Да, хватит. Вот, значит, тесто, значит, делают с дрожжами, естественно. Как подойдет, естественно, потом уже, значит, в тоне их, значит, вот, посмотрим. И мне сейчас сказали, что этот хлеб, естественно, по-грузински лаваш, но мамин хлеб, так называется. Деда с пури. Деда это мать, пури это хлеб. Короче, вот такие пироги. Ну, я не знаю, я сейчас посмотрю, когда вот они подойдут и их достанут, да, с тоне, значит, с тандыра. Ну, посмотрим, короче, как они его лепят вот на эти стенки, ребята, посмотрим, короче. Ну, у меня дела еще, поймите правильно. Но она того стоит, ребята. Вот так вот. Сейчас я на паузу нажму, чуть-чуть перекурю, так сказать. Вот как достают, ребята, из тандыра хлеб, значит. Специальный крючок есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это по-настоящему мамин хлеб. Бабушка у меня спрашивает, ты, говорит, куда собираешься отправить видос? Тели соплю укурец, бебу. Я говорю, что весь мир будет смотреть, кому интересно, как пекут грузинский хлеб лаваш, мамин хлеб. Ага, вот такая щеточка специальная, значит, вот. Ребята, я вам еще скажу, что вот это есть настоящий лаваш. А то, что сейчас пошли новые технологии, там как в духовке, короче, печется, там контакта нету, значит, с этим, с огнем. Сейчас попробуем. Ну, я чуть-чуть. Вкусно. Джира чакра, хо? Ребята, если честно, я часто замечал, что здесь печется лаваш, но вот никогда не мог застать именно когда. А то Тони я видел где и как. Ну это по соседству, короче. Вот так вот. На паузу опять нажму. Ребята, значит, после первой выпечки, так сказать, его вот угольки так окучивают, потом накроют жестянкой, чтобы она еще раз погрелась, так сказать. Ну, хлеб же забирает температуру, да, от стенок. И новый этап, значит, пойдет. Ну, будут прилипать тесто. Ну, сейчас подождем, погреется и, естественно, снимем еще этапчик. Вот так вот. Я специально стою тут и жду. Вот, ребята, значит, про эту жестянку я вам говорил, значит, окучивают угольки, потом накрывают. Естественно, он у нас с отверстием, чтобы она дышала, чтобы не потухли угольки. Вот, посмотрим вот так вот. Вот такие пироги вот. Вот, ребята, значит, наша сладкая бабушка, так сказать, готовит уже вот. Еще одна тонкость, ребята, там его накрывают, вот, чтобы глаза не горели, так сказать, сильно. Поняли, да, ребята? Значит, пока
тесто, хлеб прилипают, накрывают угольки. Вот сам процесс. Все натурально, ребята, все на досках. А, еще вот золой, мокрой золой присыпают, ребята, угольки. Вот, ну, чтобы корочки, чтобы не сгорели. Ребята, я вам скажу, это труд очень такой, ну, тяжелый труд. Нелегко, ребята, печь тедиспури в домашних условиях. Вот так, вот как она, ребята, раз-раз и готова. Меня пусти туда, у меня ничего не получится. Ага. Потом, значит, естественно, снимут его, ребята, вот нижнюю жестянку из углей. Короче, наводчик заждался меня, ребята, за дровами приехали, и вот оказалось, тут лаваш пекут. Ребята, естественно, без подарка меня не оставили, подарили один мамин хлеб, так сказать. Естественно, я его вот так прям покушаю. Вот так вот. Короче, ребята, вот так пекут настоящий грузинский хлеб лаваш дедаспури. Мамин хлеб. Вот так вот. Все, до свидания, ребята. Спасибо огромное за внимание. Дай бог вам силу хлеба, так сказать. О, наводчик прикалывается оттуда. Пока-пока.